Здравствуйте, товарищи! Самое главное — вернуться живыми и здоровыми. Это самая главная задача. И вторая задача — не опозорить ни себя, ни подразделение, в котором мы служим. Наверное, будет тяжело, жарко там. Но мы с вами уже на учебном центре говорили на эту тему. Не расслабляться с первой минуты до последней. Измеряйте Северный Кавказ. Вы и отца, и сына, и святого духа. Аминь. Вот. Кто примет икону? Продолжение следует...